Детское кресло в машине – не прихоть инспектора, а возможность защитить жизнь и здоровье ребенка в случае ДТП. Контрольные рейды ГИБДД Самары проводят почти каждый день. Выясняется, что даже в том случае, если кресло установлено, родители не всегда следят за тем, чтобы ребенок использовал его правильно. Зачастую сотрудники госавтоинспекции выявляют факты нахождения ребенка в кресле, но не пристегнутым ремнем безопасности. А как знаем, главная задача детского удерживающего устройства – это безопасность при передвижении. За данное нарушение водитель привлекается к административной ответственности и накладывается штраф в размере 3000 рублей. Сотрудники госавтоинспекции проводят разъяснительную работу среди родителей и напоминают, что пассажиры в возрасте до 7 лет должны перевозиться только в автокреслах, сертифицированных и соответствующих возрасту, весу и росту. Автокресло в случае аварии позволяет защитить ребенка от травм и снизить тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия. Если ребенку уже есть 7 лет, он может ехать пристегнутым ремнем безопасности, но только на заднем пассажирском сидении. Госавтоинспекция города Самара убедительно требует водителей не нарушать правила дорожного движения, перевозить детей в специальных удерживающих устройствах. Обращаясь к родителям, водителям, сотрудники ГИБДД напоминают, с раннего возраста необходимо приучать детей соблюдать ПДД и не забывать, что личный пример самый действенный. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.